Выступление – это то, чего так не хватало творческим коллективам после ковидных ограничений. Артисты соскучились по сцене. Участников конкурса «Зимние узоры» встречает полный зал зрителей. Для них это главный подарок. Я желаю участникам нашего регионального конкурса, конечно же, достойных выступлений, расслабиться, получить удовольствие от того, что вы делаете на сцене, потому что танец – это пластика, грация, это красота. И, конечно же, жюри желаю плодотворной работы. Сегодня, наверное, будет сложный для вас день, потому что коллективы все сильные, достойные. Надо будет выбрать лучших из лучших. Зрителям желаю приятных впечатлений. Ну и всем нам мира и добра. Зимние узоры, добрый путь! Открывает конкурс участники из Бердска. Хореографический ансамбль «Сувенир» занимается постановкой народных танцев. Мы находимся на такой хорошей танцевальной волне. У нас идут конкурс за конкурсом, концерт за концертом, поэтому дети в хорошей форме. И обычно на начало конкурса бывает немного народу в зале, а тут такая хорошая поддержка, поэтому думаю, что настрой у детей хороший. Не просто начинать первыми всегда конкурс, но тем не менее у них все получилось. Безусловно, заслуга наших руководителей, которые вкладывают в нас свою душу, свою работу, все свое свободное время, за что мы им очень благодарны. Они действительно делают из нас людей, которые, может быть, на что-то способны, которые улучшают нас, развивают. Один из любимых танцев, он передается из поколения в поколение в нашем коллективе, называется «Моя родина Сибирь». Его ставили самая первая группа в 2016 году, и вот теперь его танцуем мы, и после нашего выпуска его будет танцевать следующая старшая группа. Пока одни выступают на сцене, за кулисами готовятся другие. Им дают напутствие. Зрители тоже подбадривают артистов. А у жюри много работы. Им нужно оценить выступления 23 коллективов из Бердска, Искитима, Искитимского, Маслянинского, Черепановского, Куйбышевского районов. В нескольких номинациях – современный, эстрадный, детский, народный и народно-стилизованный танец – выбрали победителей. А гран-при конкурса завоевал бердский хореографический коллектив «Улыбка».